Швейная машина. Построить эту швейную машину очень легко. Для этого нам необходимы деревянные палочки, лист, часть от резиновой тапочки. Возьмем часть резиновой тапочки, сделаем 3 отверстия. Сгибаем длинные палочки, вставляем оба ее концы. Вторую палочку устанавливаем в центр, который расположен поперечно. Берем 2 еще палки, проводим ниже первого, потом вершины поперечной палки и ниже третьей. Теперь держим двойные палки и начинаем вращать. Тогда вы услышите красивый звук швейной машины. Вы также с помощью этой машины можете сделать швы. Для этого, как прежде, возьмем двойные палки, проведем. Возьмем лист и поставим между двойными палками. Теперь держим двойные палки, начинаем вращать. Вы будете удивлены, видя лист, как имеется ряд отверстий, похожих на швы швейной машины.